библиотека. В школе магии книги сами перемещаются по полкам. Но только настоящие волшебники понимают, как это происходит. Я принес вам несколько книг из волшебной библиотеки. Вот книга, в которой собраны рецепты волшебных напитков. А по этой книге можно научиться подниматься в воздух. Вернемся к нашим паукам. То есть, я хочу сказать, к нашим баранам. Вы мне поможете. Например, я прикладываю три книги справа налево, вот так. А теперь я отвернусь, а вы приложите столько книг, сколько захотите. Теперь ваша очередь действовать. Не забудьте, что книги можно прикладывать только справа налево. Очень хорошо. Поскольку я обладаю волшебным даром, я всегда знаю, сколько книг было перемещено. Две книги были переложены. Настоящее чудо, правда? Если хотите, можем попробовать еще раз. Я снова отвернусь, а вы переложите книжки за моей спиной. Кстати говоря, волшебники обычно не показывают один и тот же фокус несколько раз подряд, но сегодня, раз вы меня просите, я могу сделать исключение и повторить еще раз. Четыре книги были переложены. Ведь правда же настоящее чудо? А теперь давайте закончим, потому что мне нужно срочно вернуть эти книжки на место.